18 лет спустя. Уже поздно, да и наверняка никому не приглянусь. Наверное, стоит убрать внизу, прежде чем завалиться с падки. Интригующее начало было. Блин, надеюсь, игрулька пройдется на одном дыхании. Будет такой же самый интересный, как первая катсцена. Да. Не пойду и на стрёмный чердак. Хорошо, давайте разбираться. Блин, 18 лет спустя, это мы типа... Тот мелкий выжил или... Или кто наш главный персонаж? Так, сюда зайти можем? Нет, не можем. О, здорово. Как ты себя чувствуешь, Клопсик? Ну так, кто у нас хороший мальчик? Ты хороший мальчик, да хороший. Так, идем. Не будем мешать. Отдыхать. Господи. Пора бы мне подстричься. Не поверишь, мне тоже. Так, здесь мы были, да, здесь мы были. Ладно, давайте спускаться вниз и смотреть. Так, найди корзину для своего грязного белья. Хорошо. Надо закончить уборку, прежде чем возвращаться наверх. Так, вот и корзина. Жесть, вот это мы навалили. Слышь, а ты смыть не хочешь, не? У тебя нет такого желания. Понял, типа ты не при делах. Хорошо, ладно. Давайте убираться по дому. Надеюсь, нам дальше... Господи, ну и бардак я устроил. Надеюсь, нам дальше расскажут, кто конкретно наш главный персонаж. Тот малой, который выжил, или... Или кто он? Так, вот еще вижу. Слышь, да сколько у тебя тут носков разбросано по дому. Так, давай смотреть. И вот еще, да, по-моему? Да. Из-за такого борда со мной ни одна девушка встречаться не захочет. Да ладно, это холостяцкая берлога. Так, вот еще носки, да? Не верится, что какая-то старушка, которую я никогда не встречал, просто оставила мне дом. Вот тебе выигрыш в лотерею. Так, а? Что это было? Вот дерьмо, господи. Нужно уменьшить звук, иначе соседи... Что-то там начнут жаловаться, да? Так, что нужно? Придите к своему компьютеру и проверьте уведомления. Хорошо, пошли. Да, если я не буду успевать читать титры, значит я не успел. Крица, держу в курсе. Так, идем. Где наш компьютер? Не. Явно не сюда. Нам, по-моему, вот сюда. Так, кто там? Вы только поглядите. Похоже, кому-то понравилось. Так. Черт, ты напугала меня до полусмерти. Кто я? Знаю, я не красавица, но ведь не настолько уродина. Я убирался в доме и забыл выключить звук монитора. Аж подпрыгнул уведомление. Ты не представляешь, как сильно я выкрутил громкость. Погоди, о чем это ты? О том, что громкость на мониторе у меня была максимальной. Ой. Так вот, что это было. Ты слышала? Как? Да слышала тоже. Нешуточно удивилась. Тогда ты буквально должна быть... Погоди-ка. Ого, приложуха показывает, что у тебя менее 1,5 километра. Но чтобы услышать звук, ты должна... Быть едва ли не в соседней комнате. Где ты живешь? Так, я живу в Ривенлейк. Я тоже. Ха-ха, ну, кто знает, быть может, мы соседи. Любопытно, ты видишь мой дом из окна? Возможно, хочешь, чтобы я выглянул? Да. Помигай светом в комнате. Хорошо, давай я выгляну.
Ля. А мы соседи, да, получается? Так, нифига себе, я вижу твой свет. И насколько я близко? Ты буквально по соседству. Ох, это даже забавно. Да, не говори. Совпадений, совпадений. Ох, ладно, ты, видимо, только что купил дом. Я его не покупал, а унаследовал от бабушки после ее смерти. Вчера утром мне вручили ключи. Ой, соболезную утрате. Вы были близки? Я даже не отдавался о ее существовании, пока неделю тому не позвонил адвокат и не сообщил, что умерла, и оставила мне домик на наследство. Ух, отстой. Да не сказал бы, меня усыновили где-то в годик. Так что, в общем, рассказывать тут особо нечего. Ну, слушай, бесплатный домик. Наверное, это было ужасно. Расти и ничего не знать о своем настоящей семье. Нормально было, я жил в приемной семье, они оказались довольно классными. Звучит хорошо, я даже немного рада, что теперь мой сосед ты, а не бабуля. Она была чудаковатой. Что значит чудаковатой? Она была просто жуткой. Посреди ночи к ней в дом приходили и уходили какие-то подозрительные люди. Она заходила в дом и молилась. Пели, проводили ритуалы. Не знаю, но спать было непросто. Бабушка была оккультисткой. Дурь. Дурь? Так себе словечко, но будь по-твоему. Довольно забавно узнать, совершенно незнакомый тебе человек был увлечен в какие-то поклонения дьяволу. Не знаю я, чем они там занимались, но звуки, доносящиеся из этого дома, вряд ли были связаны с просмотром. Она написала убийство старой пенсионерки на максимальной громкости. Не знаю, старикам присуще чудаковатство. Откуда тебе столько известно о моей бабушке? Ну знаешь, кроме обычной добра соседской наблюдательности. О, пару лет назад я пробралась туда с друзьями на спор. Выглядело все нормально, по крайней мере, в те комнаты, куда мне удалось попасть. Правда, проникновение со взломом, одно из твоих хобби? Не сказала бы, но ты правда не заметил ничего странного, пока таскал свои вещи? Здесь есть несколько закрытых дверей, но я пока не нашел к ним ключи. Оформлявший завещание, адвокат сказал, что многие вещи бабушки были собраны в коробке, размещены на чердаке. Разберусь с этим завтра, а сейчас пора спать. Серьезно, сейчас? Тебе совсем не любопытно? Мне вот даже очень. Не особо, честно говоря, слишком устал. Фу, отстой. Ладно, поспи немного. Но проверьте запертые комнаты и расскажи мне, ладно? Эта интрига меня убивает. Поглядим. Ладно, пойду-ка я в кровать, поговорим завтра. Надеюсь, знакомство в сети. Так, переоценены. Думаю, ничего откладывать в долгий ящик. Быть может, ключи от всех этих комнат лежат в коробках с ее вещами на чердаке? Блин, надеюсь, что нам не придется столько много читать текста. Хотелось бы погрузиться в игру, а не просто сидеть читать. Так, давайте осмотрим. Слышь, неплохой такой чердак. Я бы жил бы, наверное, на таком чердаке. Так. Угу. Вот, что это такое? Осмотреть, взаимодействовать. Прикольно. Что за... Надеюсь, сейчас не будет как восстание живых мертвецов. О, господи, мы сейчас просчитаем, да, и сейчас тут начнется. Жесть. Так, ладно. Посмотри, чердак, а как выйти отсюда? Во. Так, отремонтировать дедушкины часы. Дедушкины часы. Хорошо, где они находятся? Дедулины часики. Так, стоит прочитать. Была любима в обществе. Она принимала активное участие в работе местного продовольственного банка. Приюта для животных.
Окей. Не нужны дедулин часа. Так, это меня пока не интересует. Почему? А мы ключи так с вами, походу, не нашли, да? Ни ключи, ни дедушкины часики. Ладно, ладно, давай еще раз попробуем пройти. Ну нет, тут ключей нету. Я думаю, можно спускаться вниз, да? Блин, когда подхожу близко к чему-то, то камера начинает дергаться. Ну все, 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 не позихай. Крыться, не позихай, идем вниз. And nothing happened. Did I miss something? Так, починили и ничего не произошло. Что это? Так, проверьте источник звуков на чердаке. Да, давай проверим. И что это было? Йо. Жесть. Давай смотреть. Разводка, крыльца и палка стреляет, или что это было, а? Так, что это было? Ну, по-моему, ружье выстрелило, да? Ладно. Что это за звуки? Так, меня пока месяц это не интересует. Хорошо, ладно. Давай спускаться вниз. Надо рассказать об этом Марте. Нет, это не может быть реальность. Это... Господи. А? Так, разойти тайны дедушкиных часов. Хорошо. Что нам нужно? Изменить. Space выбрать. Так, ну 18.97 тут явно, да? Не получится. Так, не, дай. И куда нам тыркать? На какое время? Как говорится, на какое время нам тыркать? Во! Зуб даю. Он для того стола на чердаке. Жесть. Хорошо, что это было полночь, а не там без 15... 3 утра. Потому что мы сейчас бы с вами тыркали. Так, давай смотреть, что у нас тут ждет. Так, почитать, осмотреться, приблизить. Прочитать. Бабушка Джули умерла. Угу. Выйти. Так, нажмите F, чтобы использовать фонарик. Угу. Надеюсь, батарейки садиться не будут. Ладно. Давай попробуем еще раз пройти. Посмотреть. Навряд ли, конечно, тут что-то будет, но... Крится на всякий пожарный, лучше сходим. Не, я передумал, я не хочу жить в таком доме. Предлагаю его продать, а самим переехать к той подруге по соседству. Так, давай осмотрим дом. Что ты, зайчик, отдыхаешь, да? Понял.
это за звуки? Так, это меня пока не интересует. Это, наверное, пока я не нашел ключик. Ладно, давай искать. Только где искать его? Кажется, где его искать? Что, мы опять будем сейчас писать, да? Эй, ты здесь? Не мог заснуть после нашего разговора. Я немного огляделся. Я заставил тебя призадуматься, что удалось найти. Не знаю, может, совпадение просто странное. Что там? Я нашел календарь, на нем красным введен день смерти бабушки. Вот дерьмо, жуть какая. Думаешь, кто-то знал, что с ней это произойдет? Не знаю, я... Все происходящее очень странно, и в голове не укладывается. Чушь какая-то, да ты гонишь. Клянусь, я не шучу. И что, по-твоему, это может значить? Думаешь, она могла положить его там? И знала день своей смерти? Прекрати, ты меня пугаешь. В этом доме так достаточно всяких странностей. Одна из дверей здесь заперта навесным замком. Возможно, код к нему может быть какая-то дата. Но выглядит все это какое-то как-то безумно. Ну, вперед. Проверь его и расскажи о результате. Ух, ну ты напористая. Ладно, сейчас вернусь. Так, то есть нам нужно будет сейчас с вами найти дату, чтобы открыть этот замок, да? Только какая дата тут? Вот это вот будет интересно. Так, может, как найти, как его... как на часах было? Что-то на часах было, 1000. Какой там был... Ага, я уже не посмотрю, да? Я уже не посмотрю. Так. Надеюсь, это письмо застало вас в добром здравии. Меня зовут Алекс Пирс, я адвокат. Представляю особняк вашей бабушки. Она скончалась на прошлой неделе. Доверила мне исполнить ее завещание. Хорошо, здесь кода нету. Окей. Ладно, давайте искать. Но здесь явно его не будет, да? В ванной комнате. Хорошо, давайте походим по дому, посмотрим. Может, где-то тут какая-то записка, бумажка лежит. Может, даже на чердаке. Так, взаимодействовать. Так, прочитать. Сентябрь 2023-го. Блин, ну либо 2023, хотя тупо, наверное, будет, да? Так, давай попробуем 2023. Просто других вариантов я здесь не вижу. Давай попробуем. Если не подойдет, то будем дальше искать. Так. Не, не сюда. Не сюда. Так, погоди, не стучи. Я ищу. Так, изменить. 2023. Хотя я, наверное, очень сомневаюсь, что это оно так и есть. Не? Не, не 2023. Тогда сколько? Так, давай вниз спустимся, посмотрим. Ну, по-любому должна же быть подсказка, правильно? Я думаю, нам бы написали. Так, прочитать. Позвольте мне первым приветствовать вас в вашем новом доме.
Так, не знаю, куда подевать ключи от них, но предлагаю... А, предполагаю, что они могли случайно попасть в коробки с вещами на чердаке. Так, пусть вас основной дом принесет вам радость. В том числе снова понадобится уборщица, когда вы откроете комнату. Угу. Нема, 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 нема. Ладно, тут фотографии. Тут фотографии. Так, интересно. Может, я пропустил? Может, она где-то там и была. Так, прочитай, достать первую консоль компьютера. Так, сходить за продуктами, позвонить родителям. Угу. Понятненько. Ладно, идем обратно. Честно, я без понятия, какой там пароль. Может, реально от часов было 1900 какой-то. Ну, хотя, наверное, вряд ли. Так. Что у нас тут? Тут у нас нет. А на тап, если нажму. Так, идите к двери с навесным замком. Да это понятно, что идите. Так, инвентарь у меня тут нету ни на какую кнопочку, случайно. Ладно, давай еще раз попробуем прочитать. Так, мне известно, что вы могли даже не слышать от ней. Поскольку были усыновлены, ну раз вы единственный живой родственник, она решила завещать его вам. Так, машину, коллекцию. Еще раз позвольте мне за налогах. Так, все готово к началу следующей недели. Хорошо. И часы я тоже, да, не могу уже взаимодействовать? Нет, не могу. Окей, давай наверх поднимемся. Давай поднимемся наверх, посмотрим. Так, записка, записка. Блин, я буду сейчас орать, если где-то тут оно записано на этом, как его, где-то на стенке нацарапано. Не, не Мари буду. Ладненько, все равно. Продолжаем идти, хорошо. Так, прочитать. Так, сентябрь. 13 сентября, блин. Может, 13 сентября? Ноль девятое, либо тринадцатое, ноль девятое. Давайте попробуем. 13:09. Ну все, других вариантов у меня просто, если честно, то нету. Так, а здесь ничего у нас не нету на бумажке. Где нету? Так. Хорошо, 13:09. Давай попробуем. Ну все, других цифр нету. Тут два варианта. Либо 13:09, либо 09:13. Если нет, то значит придется смотреть. Так, 13:09. Так, 13. Угу. Либо 09:13. Есть. Так и получилось. Так и получилось. Нет. Да быть такого не может. Это же день ее смерти. Надо рассказать об этом Марте. Жесть. Может, сначала расскажем, а потом зайдем. Блин. Чё-то я очкую туда заходить, ребят, если честно. Ладно, давай.
Привет. Так, тихо. Что-то здесь. Ага, ешечка, так. Ну? Я правда здесь сижу и играю с кубиками. Покрутите кубики, чтобы раскрыть послание. Угу. Так, Е, да? Так, а что крутить? Может, нужно желтый-синий сделать? Нужно было из кубиков просто выложить слово. А? Тебе нравится твой новый дом? О, здорово, бабуль. Так. Пришлось посмотреть, что там нужно складывать, потому что реально самому, наверное, часов 5 пришлось это делать. О, здорово. А где бабуля? Я за нее, да? Понял. Слышь, защитник, а ты не хочешь мне погавкать там, полаять? Не? У тебя нет такого желания? Ладно, нет так нет. Пошли смотреть. Пошли, наверное, напишем нашей новой подруге, что произошло. Так, Ку, ты здесь? Я открыл дверь и зашел. Похоже, там была детская комната с кроваткой и таким прочим. Ладно, теперь я не сомневаюсь, что ты просто издеваешься. Да не могло у нее быть ребенка. Я никогда ее с ним не видела и не слышала. Проходили в дом только те мрачные взрослые. Так, и как же ты объяснишь мою находку? Я не могу объяснить, и зачем было вешать на дверь замок. Не знаю, психически здоровый человек так ребенка не закроет. Это так жутко. Знаю, еще там были игрушечные кубики. Очень странно. Игрушечные кубики, типа те, которые с буквами. Да, и они были выложены в приветственное сообщение для меня. Ну тебя, дурь какая-то. Честно, у меня буквально мурашки по коже от одной мысли об этом. Хорошо, и что дальше? Не знаю. Проклятие, что там еще? Так, а я не знаю, там написано было взаимодействовать, мне нужно успевать нажимать, либо не, либо будем смотреть катсцены. Найдите распределительный щиток, да? Давай попробуем. Так, ну по-любому он должен где-то... Йо! Фу-фу-фу. Донде стала библиотека? Понял. Ой, ёп. Так, а что это было? Что с игрой? Меня ж только что потянуло за ногу. Так, ребят, это не я. Это игра. О, здорово. Так, а ты будешь это делать или нет? Так, вернись к своему компьютеру и продолжите разговор с Мартой. Я так и не понял, нас дернуло, и мы сразу оказались возле щитка. Прикольненько, прикольненько. Крейцы данки еще. Все, пошли. Так, компьютер у нас тут. Так, давай взаимодействовать. Ты здесь? У меня электричество вырубилось. Чувак, убирайся из дома. Что-то здесь неладно. Приходи ко мне, утро вместе пройдем. Пойдем разбираться, что там происходит. Шутишь? Я даже не знаю тебя.
ты можешь быть 50-летним чуваком по имени Чак, который прикидывается милой девушкой в сети. Знаешь, с меня довольно. Слушай, не какой-то старикан и не играю с тобой. Сейчас оденусь и приду. Дай 10 минут, жди меня и не делай глупостей. Нет, не надо. Я и так офигаю от всего этого. Марта? Алло? Понял. Женщина сказала, женщина, кажется, не дослушала и пошла. Все. Быстрая она. Ну, я думаю, навряд ли это Марта была. Что-то мне так кажется. Ну ладно, давай посмотрим. Так, кто-то определенно глумится надо мной. Впрочем, стоит заняться чем-то. Все равно гласно тут не смогу. Примерно так же самое с Бадума после Нового года спускаюсь. По ступенечкам. Ладно, найдите музыкальную комнату. Так, я предлагаю... Ой, ё, она у нас смотрит. Бонжур. Я, ну иди сюда. Может, она просто рассол ищет. Может, бабусе плохо. Может, ей бы похмелиться, не знаю, там. Ну, реально. Что-то ее трусит, как с бадуна. Так, предлагаю, наверное, давайте мы в следующей серии уже продолжим искать музыкальную комнату. Думаю, теперь понятно, из-за чего ты так много навалил. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игрулька понравилась. Так же самое, как и мне. Так что в следующих сериях будем пытаться разгадать тайну нашего дома и что тут вообще происходит. Так что все, всем пока-пока и до потом, ребят.